Все, что не от сердца, viss, kas nenāk no sirds, до неба не доходит. Līdz debesīm neaiziet. Все, что не от сердца, viss, kas nenāk no sirds, остается на земле. Tas paliek uz zemes. Поэтому в первую очередь, tāpēc pirmām kārtām, наш Господь кардиолог, mūsu kungs ir kardiologs, и он смотрит на сердце. Un viņš skatās uz sirdi. Самое интересное, что первая заповедь, pats interesantākais, ka pirmais bauslis, она говорит о сердце. Tas runā par sirdi. Возлюби Господа, Бога твоего. Iemīli Dievu savu kungu. Всем сердцем. Ar visu savu sirdi. Сердце это то, sirds с чего все начинается. Ar ko viss sākās. Поэтому мы должны внимательно следить. Tāpēc mums uzmanīgi jālūko. Не только за тем, что происходит в разуме. Не только aiz tā, kas notiek mūsu prātā. Можно научиться очень красиво говорить. Var iemācīties ļoti skaisti runāt. Можно освоить искусство манипуляции. Var manipulācijas mākslu apgūt. Оправдывая все слабости. Attaisnojot visas vājības. Но самое главное не угодить в ту категорию людей. Bet galvenais nenokļūt to cilvēku kategorijā. О которой Иисус сказал. Par kuriem Jēzus teica. Эти люди устами приближаются ко мне. Šie cilvēki ar lūpām tuvojas man. А их сердце. Bet viņu sirdis. Далеко отстоит от меня. Tālu stāv no maniem. Для чего мы сюда приходим? Kādēļ mēs nākam uz šejieni? Именно для этой цели. Tieši šī mērķa dēļ. Чтобы наше сердце. Lai mūsu sirds. Оно ближе. Tā tuvāk. Ближе. Tuvāk. Ближе. Tuvāk. С каждым днем. Ar katru dienu. Становилось по отношению к Богу. Kļūt attiecībā pret Dievu. Вы знаете? Jūs zināt? Сердце. Sirds. Это источник счастья. Tas ir laimes avots. Это источник наслаждения. Tas ir baudas avots. Вы знаете, вера. Jūs zināt, ticība. Это способ получить максимальное наслаждение. Tā ir spēja gūt maksimālo baudu. Сегодня христиан много. Šodien kristiešu ir daudz. Может, и не так много. Varbūt arī ne tik daudz. Но счастливых мало. Bet laimīgo ir maz. Вопрос не в том, сколько людей в церкви. Jautājums nav tanī, cik cilvēki ir draudzē. Вопрос, сколько счастливых людей. Jautājums ir tanī, cik ir laimīgu cilvēku. Вот когда сердце далеко отстоит. Tad, kad sirds stāv tālu. А мы, ну потому что так надо. Bet mēs, nu tāpēc, ka tā vajaga. Ходить вот в церковь. Jānāk uz draudzi, svētdienās. Может и неплохо. Varbūt nav slikti. Ходить в церковь. Nākt uz draudzi. Но ходить во свете, Bet Божьем staigā, откровении. Dieva atklāsmes gaismā. Это совсем другое. Tas ir kaut kas cits. Я слежу за тем, чтобы мое сердце. Es lūkojos tā, lai mana sirds. Оно было трепетным. Tā būtu bībā. И чувствительным. Un jūtīga. По отношению к присутствию Божьему. Attiecībā pie Dieva klātbūtnes. Самая большая трагедия. Pat lielākā traģēdija. Господь рядом. Kungs blakus. А ты его не чувствуешь. Bet tu viņu nejūti. А ты не реагируешь. Bet tu nereaģē. Это опасно. Tas ir bīstami. Пусть Бог заберет каменное сердце. Lai Dievs atņem akmens sirdi. И даст нам сердце. Un dod mums jūtīgu miesas sirdi. Счастливый человек. Laimīgs cilvēks. Он дилер счастья. Viņš ir laimes dīlers. Так же как уныние и разочарование. Tāpat kā skumjas un bēdas vilkšanās. Штука заразная. Ir lipīga lieta. Ты вроде счастливый был, радостный был. Tu it kā biji laimīgs, priecīgs. Пообщался с этим человеком. Parunājies ar šo cilvēku. Просвещённый оптимист. Apgaismots optimists. Который стал пессимистом. Kurš kļuva par pesimistu. И тебя это накрыло. Un skaties, par tevīm arī tas nāca. Одного разговора хватает. Pietika ar vienu sarunu. Чтобы ты стал таким же. Lai tu kļūtu tāds pats. Но наша задача. Bet mūsu uzdevums. Распространять. Izplatīt. Оптимизм веры. Ticības optimismu. Причем это не такая рисованная позиция. Pie tam vēl tā nav tāda pozīcija. Это позиция сердца. Tā ir sirds pozīcija. Об этом говорят глаза. Par to runā acis. Об этом говорит твоя походка. Par to runā tava gaita. Об этом говорит вся твоя внешность. Par to runā visa tava būtība. Благоухание, познание о себе. Par iepazīšanu. Господь распространяет Kungs izplata на всяком месте. Katrā vietā. Сердце. Sirds. Сердце. Сердце. И еще раз сердце. Un vēlreiz sirds. Вы знаете, самая большая движущая сила в Jūs мире. Ziniet, pat lielākā spēks, kas virza cilvēks. Это наслаждение. Tā ir bauda. Почему люди грешат? Kāpēc cilvēki grēko? Потому что есть наслаждение. Tāpēc, ka ir bauda. И ради этого наслаждения. Un šīs baudas dēļ. Люди тратят деньги. Cilvēki tērē naudu. Оставляют семьи. Atstāja ģimenes. Бизнес летит. Biznes. Ради удовольствия. Gandarījuma dēļ. Христос. Kristus. Обращаясь к своим ученикам. Vēršoties pie saviem mācekļiem. Он говорит, вкусите, как благ Господь. Viņš saka, baudiet, cik labs ir tas kungs. Я хочу дать вам такое наслаждение. Es gribu iedot jums tādas baudu. Которое мир вам дать не может. Ko pasaule jums nevar iedot. Многие из нас этого не понимают. Daudz no mums to nesaprot. И многие думают, что
Un daudz Viera, domā, ka ticība это свод определенных правил. Tas ir noteikti likums, likuma apkopojums. Ka tie noteikti rituāli. Viss tas ir savā vietā. Но если ты несчастливый, bet ja tu neesi laimīgs со своим Богом, ar savu Dievu, то ты религиозный человек. Ты религиозный человек. И ты должен разобраться. Un tev ir jātiek skaidrībā. Почему нет счастья? Kādēļ nav laimes? Почему нет удовлетворения? Kādēļ nav gandarījuma? Я убежден. Es esmu pārliecināts. Источник настоящей радости. Ka īsta prieka avots. Источник настоящего оптимизма. Īsta optimisma avots. Источник настоящего удовлетворения. Īsta gandarījuma avots. Это есть Бог. Tas ir Dievs. Просто вспомни. Vienkārši atceries. Просто вот, вот сам себе задай вопрос. Vienkārši pats sev uzdod jautājumu. Когда последний раз? Kad pēdējo reizi? Ты просто тащился от радости. Tu vienkārši kusi no prieka. Был просто максимально удовлетворен. Tu biji maksimāli apmierināts. И тебе было все равно, что люди говорят. Pilnīgi vienalga, ko cilvēki saka. И тебе все равно, что люди судачат о тебе. Vienalga, ko cilvēki runā par tevi. Я знаю, кто я. Es zinu, kas es esmu. В кого я уверовал. Es zinu, kam es noticēju. Я знаю, что я все могу. Es zinu, ka spēju visu. Меня un viņš держит за право. Man tur pie labās rokas. Причем это не аргументы разума. Pie tam tie nav prāta argumenti. Это аргументы сердца. Tie ir sirds argumenti. Вот за такими людьми Lūk, tādiem cilvēkiem пойдет весь мир. Ispakaļ visa pasaule. Вот за таким aiz tādiem cilvēkiem хочется следовать. Gribas sekot. Оптимист. Оптимисты. Знает, куда идет. Zin, kur iet. Он позитивный человек. Viņš ir pozitīvs cilvēks. Боже, сделай нас таким. Dievs, dari mūs par tik laimīgiem. Чтобы мы шли за Иисусом. Lai mēs sekotu Jēzum. Не из-за страха. Nevis bailu dēļ. Вдруг не оказаться где-то в преисподних местах земли. Nokļūsim kaut kur pa zemē. Но я иду. Bet es eju. За ним. Sekoju viņam. Потому что он меня делает счастливым. Tāpēc, ka viņš dara man laimīgu. Он меня делает. Viņš dara mani. Самодостаточным. Pašpietiekam. Вчера мы разговаривали с одним человеком. Vakar runāju ar vienu cilvēku. Он говорит, я не понимаю. Viņš saka, es nesaprotu. В мире человек был. Pasaulē bija cilvēks. Virzīts, uzplaukstošs, успешный. Veiksmīgs. Stoilo ему тут в церковь попасть. Tik līdz viņš nokļūda draudzē. Tupiet. Viņš paliek trulāks. Lišājas, он теряет оптимизм. Viņš zaudē optimismu. Теряет свои навыки. Zaudē savas iemaņas. Я говорю, а кто тебе сказал такое? Я говорю, бы кас ты вот тот. Ну вот так люди относятся. Я говорю, ну да, человек истурал. Ну мне надо напрягаться, Pasaulē мне надо бороться. Там я можно панак. Достигать каких-то результатов. Bet saksnī, здесь результат. Просто. Bet vienkārši. Я говорю, нет. Saku, nē. Я благодаря церкви. Es pateicoties draudzei. Состоялся. Es kļūst par personu. Я научился. Es esmu iemācījies. Жить именно в dzīvo tieši draudzei. Научился. Iemācījies. Творить. Radīt. Я стал тем, кем я es стал. Es kļuvu par to, kas esmu. Не столько в университете. Не так много в университете. Не столько в каких-то школах. Не так много в каких-то школах. Благодаря церкви. Bet pateicoties draudzē. Я научился писать. Es iemācījos rakstīt. Музыку. Музыку. Я освоил. Es это искусство поэзии. Шо поэзии смакс. Режиссуры. Режиссуры смакс. Я научился именно es iemācījos tieši šeit. Разбираться в каких-то процессах. Skaidrībā kādos procesos. Которые происходят не только в сердце. Kuri notiek ne tikai sirdī. Которые происходят и за стенами. Bet kuri notiek aiz draudzes sienām. Для меня церковь это университет жизни. Ir dzīves universitāte. Я говорю, и если человек этого не понимает. Un ja cilvēks to nesaprot. В этом университете есть успешные студенты. Университета ir veiksmīgi studenti. И есть студенты, которые un ir studenti, не учатся. Kuri nemācās. Все вы знаете. Visi jūs zināt. Студенты разные бывают. Ir visādīgi studenti. И когда сессия наступает. Un tad, kad pienāk sesijas laiks. Кто-то сдает успешные экзамены. Kāds veiksmīgi noliek eksāmenus. И идет дальше. Un iet tālāk. А кто-то проваливает экзамен. Bet kāds nenoliek. Это выбор каждого из нас. Tā ir katra izvēle. Я бы очень хотел, чтобы вы изменили отношение к церкви. Un man ļoti gribētos, lai jūs izmainītu attieksmi pret draudzi. Это школа жизни. Tā ir dzīves skola. Это университет жизни. Tā ir dzīves universitāte. Откровения такие, которые тебя учат жизни. Kuras tev māca dzīvot. Университет я может научить математике. Universitāte var iemācīt matemātiku. Географии. Geogrāfiju. Geopolitiku. Geopolitiku. Но назовите мне хоть одно учреждение, man kaut vienu iestādi, которое бы учило тебя жить. Kura mācītu tevi dzīvot. Найдите, пожалуйста, такое учреждение, lūdzu, tādu iestādi, которое бы тебя научило побеждать себя. Tevi iemācītu uzvarēt pašam sevi. Побеждать грех. Uzvarēt negatīvu, grēku, negatīvu. Быть моральным человеком. Būt morāli быть человеком с большой буквы. Būt cilvēkam ar lielu burtu. Иметь жизненную цель.
Lai tev būtu dzīves mērķis. Jā, meistarklases notiek. Motivācijas semināri notiek. Atčasti, da. No daļas jā. Но вы знаете, самое великое. Bet ziniet, pats lielākais. Dzīves zinātne. Это та наука. Tā ir tā zinātne. Которая зафиксирована вот в этой мудрейшей книге. Kur fiksēta šī gudrākajā grāmatā. Все учебники психологии. Visi psiholoģijas. Мотивации. Mācību grāmatas, мотивации. Переписаны вот из этой книги. Tās ir norakstīts no šīs grāmatas. И авторы тех книг, они, то, грамоту, авторы, они свое имя ставят варду, под слегка модернизированным обозначением библейских принципов. А мы имеем дело с оригиналом. И самый главный профессор, pats главный профессор это Иисус. Tas ir Jēzus. Его не иначе звали. В нем нека как учитель. Как мацитайс. Учитель. Мацитайс. Школотайс. Школотайс. А его последователи. Bet viņi sekotājus. Не иначе называли. Sauc не savādā kā. Ученики. Школьники. И ты сегодня вправе. Un tev šodien ir tiesības. Называть себя. Saukt sevi. Адепт нового поколения. Jaunās paudzes adepts. Твое право. Tavas tiesības. Или я просто прихожанин. Vai es vienkārši esmu atnācējis. В Библии такого обозначения Библия нет. Tāda apzīmējuma nav. В Библии написано. Библия ir rakstīts. Число учеников. Skolnieku skaits. Mācekļu skaits. Mācekļu skaits. Учеников. Mācekļu skaits. Умножалось каждый день. Vairojās. Как ты определяешь церковь? Kā tu apzīmēji draudzi? Тем ты являешься. Tas to reisi viņā. Если Иисус мой учитель. Ja Jēzus ir mans mācītājs, skolotājs. Если мой пастор учитель. Ja mans mācītājs ir mans skolotājs. Я ученик, я чему-то учусь. Es esmu mācekļs, skolnieks, es kaut ko mācos. Я не говорю, что я уже всему научился. Ka es jau visu, ko esmu iemācījies. Каждый возраст. Katrs vecums. Это новые экзамены. Tas ir jauns eksāmens. Это новая наука. Tā ir jauna zinātne. Это новая уровень познания. Tas ir jauns iepazīšanas я līmenis. До сих пор познаю es līdz čim vēl iepazīšu šo я patiesību. До сих пор учусь. Es līdz čim mācos. Если ты спросил бы, какие уроки я, Господь преподает. Jautāt, kādas man stundas tas я скажу, уроков еще больше сегодня. Es teiktu, stundu šodien vēl vairāk. Потому что дети не задают таких Tāpēc, вопросов. Ka bērni neuzdod tādus jautājumus. Какие задают вопросы взрослые люди. Kādus jautājumus uzdod pieaugušie cilvēki. И до тех пор Un tik ilgi, пока у нас будет жажда к знаниям, до тех пор, tik ilgi, пока мы будем рассматривать себя, kamēr es skatīsimies uz sevi, студентами этого высшего учебного духовного заведения, garīgajai под названием церковь, kas saucās draudze, у нас с вами будет успех. Mums ar jums būs veiksme. Я разговаривал со многими людьми. Es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem. У нас коучи, у нас есть экспедиции. У нас есть школы, семинары. Mums ir skolas, semināri. В конце концов, у нас есть откровение. Beigās mums ir atklāsme. Которая относится не только к узкоцерковному. Kura attiecās ne tikai draudzes sektoru žizni, a общим. Bet kopējai. Sociālajam, общополитическим. Politiskajam līmenim. И этот, эти люди мне часто говорят. Un šie cilvēki man ļoti bieži saka. Pastor, то, что мы получаем на коучах. Mācītāji, to, ko mēs saņemam koučos. Просто вот собрались. Vienkārši sapulcējāmies. Разобрали какую-то тему. Izpētījām kādu tēmu. Я говорю, в офисе у себя на работе. Un saka, es ofisā sev darbā. Начинаю только говорить об этом. Sāku tikai runāt par to. Говорит, я чувствую себя. Viņi saka, es jūtu sevi. Почти как гуру. Gandrīz kā guru. Откуда ты все это знаешь? No kurienes tu visu to zini? Братья и сестры. Брали un māsas. Им не дано знать. Viņiem nav dot zināt Dieva valstības noslēpumus. Bet jums ir. Пожалуйста, Lūdzu, наблюдайте, lūkojiet, как вы слушаете. Kā jūs klausāties. И наш приоритет. Un mūsu prioritāte. Наше Евангелие ходит по земле. Mūsu evaņģēlijs staigā pa zemi. Оно имеет практическое назначение. Nozīme. Оно поможет тебе избежать банкротства. Избегать банкроту. Учение, которое здесь звучит. Мācība, kur šeit skan. Оно поможет тебе создать семью. Radīt ģimeni. Оно поможет тебе. Palīdzēs tev. Из категории неудачников. No neveiksminieku kategorijas. Стать чемпионом. Kļūt par čempionu. Все возможно верующим. Ir iespējams ticīgam. Наблюдайте. Lūkojiet. Aizstā slušajiet. Kā jūs klausaties. Наблюдайте. Lūkojiet. И будь критичен. Un esi kritisks. По отношению к самому себе. Attiecībā pats pret sevi. Берегись религии. Uzmanies no religijas. Потому что, что такое религия? Tāpēc, kas ir religija? Это когда христианство становится твоей культурой. Tad, kad kristietība kļūst par tavu kultūru. Или хобби. Vai хоббию. Ну, вот у меня неделю. Look, man nedēļu. Своя жизнь. Ir sava dzīve, ну, я принадлежу вот какому-то. Bet es piederu kādam. Religiozному клубу. Ну, я должен принадлежать куда-то. Ну, man kaut kur, kaut kam, kaut kā jāpieder. Следите за тем. Lūkojieties tā. Чтобы вера не превратилась. Lai ticība.
вот в этот планктон. Не парвешас пар шо планктон. Ну, вера это почти как Ticība майонез, gandrīz. Кетчуп, это да, майонез, кетчупс, добавки вот к основному блюду. Главное, я успешный там предприниматель, uzņēmējs. Я успешный менеджер, ну и я еще плюс к тому христианин. Es pēc tam vēl esmu kristiets. Может быть, у кого-то такой формат и проходит. Varbūt kādam tas formāts arī iet cauri. Но поверьте, друзья, bet ticiet, draugi, что все, что рождается от Бога, ka viskas dzims no Dieva, все, что рождается от Бога, viskas dzims no Dieva, оно становится божественной природой, сущностью. Par dievišķu dabu, būtību. Это не просто культура. Tā nav vienkārši kultūra. Это не просто увлечение. Tas nav vienkārši aizraušanās. Это не просто принадлежность. Tā nav vienkārši piederība. Или идентификация. Vai identifikācija. По отношению к какой-то деноминации. Pret kādu denomināciju. Если Христос живет во мне. Ja Kristus dzīvo manī. Это не хобби. Tas nav hobijs. Если Христос ja Kristus dzīvo manī. Это не просто культура. Tā nav vienkārši kultūra. Это не просто какой-то менталитет. Tā nav vienkārši kaut kāda mentalitāte. Это божественное. Сущность, tā ir dievišķa būtība, которая тебя делает, kura tevi dara, его преемником, par viņa pēctece, его представителем, par viņa pārstāvju šīs zemes. Сегодня Бог ревнует. Šodien Dievs ir greizsirdīgs. О своих детях. Par saviem bērniem. Сегодня. Šodien. В мире информации. Информацией pasaulē. Вчера их не было. Vakar to nebija. Этих интернет, šo internetu, saitu. Такого обилия информации. Tik daudz informācijas. И там были свои плюсы и свои un были минусы. Плюсы, un savi минусы. Плюс. Plus, вернее, минус, что нету информации. Ka nav informācijas. Ну, плюс, что человек plus, начинал напрягать мозг. Ka cilvēks sāk piepūlēt savas smadzenes. Изучать себя. Izpētīt sevi. Получать от самого Бога откровение. Saņemt no paša Dieva atklāsmes. Сегодня. Šodien. Общество потребления. Lietotāju sabiedrība. Мы обленились. Mēs esam kļuvuši slinki. Мы перестали Библию читать. Mēs pārstājām lasīt Bībeli. А зачем ее читать? Bet kādēļ viņu lasīt? Если уже тысячи других умных людей прочитали. Citi gudri cilvēki ir jau to izlasījuši. И уже превратили из этой Библии. Un jau pārvērtuši šo Bībeli. Свои доктрины, учения. Savās mācībās, doktrīnās. Послушал одного проповедника. Paklausies vienu sludinātāju. Послушал другого проповедника. Paklausies otru sludinātāju, trešo. Зачем мне вообще ее читать? Man vispār to lasīt? А ведь каждый праведник bet katrs taisnais, своей верой ar savu ticību, жив будет. Dzīvos. Я не знаю, но es Дух nezinu. Святой почему-то ведет сегодня нас вот именно в эту nezinu, сферу. Kāpēc ved mūs tieši šī sfērā. Самих себя pašo исследуйте, верили izpēti, вы. Vai esat ticībā. Господь хочет, чтобы каждый из нас grib, lai katrs no mums имел вот с этой книгой lai viņam būtu ar šo grāmatu живой разговор. Dzīva saruna. Бог говорит с нами. Dievs runā ar mums. Со страниц этой Библии. No šīs Bībeles lapas pusēm. Она должна быть живой. Tai ir jābūt dzīvai. До тех пор, пока Tik вот ilgi, эта книга. Kamēr šī grāmata. Живая. Ir dzīva. Твой Бог живой. Tavs Dievs ir dzīvs. И ты живой. Un tu esi dzīvs. Когда ты открываешь. Tad, kad tu atver. И вдруг это место. Un pēkšņi šī rakstu vieta. Начинает искриться. Viņa sāk dzirkstaļot. И вдруг оно начинает. Un pēkšņi tā. Лучиться. Sāk starot. И ты застрял на этом месте. Un tu esi iesprūdis šī vietā. И Дух Святой. Un Svētais Gars. Следит. Sako. На самом деле ты vai patiešām, хочешь познавать истину. Tu gribi iepazīt patiesību. На самом деле ты хочешь vai patiešām, докопаться до сути. Tu gribi tikt līdz būtībai. Если Дух Святой обнаружил. Ja Svētais Gars atradīs. В твоем сердце. Tavā sirdī. Это желание. Šo vēlmi. Поверь. Notici. Он начнет. Viņš sāks. Открывать вот эти файлы. Atver šos failus. Боже, верни нас. Dievs atgriez mūs. К истокам. Pie avotiem. Biblija говорит. Biblija ir teikt. Vnikai v sebe. Iedziļinies sevi. I v učenie. Un mācībā. I zaņemaisies. Un nodarbojies ar to. Pastajani. Regulāri. Iba tak pastupaja. Jo tā rīkojoties. Ty i sebe spasies. Tu izglābsi gan sevi. Tak ja уже spasen. Tak ja es esmu glābts. Это только кальвинисты, они tie tikai kalvinisti. Spasenie не теряют. Viņi nezaudē glābšanu. Все остальные теряют. Visi pārējie zaudē. Если можно потерять деньги. Я вар позаудать науду. Если можно потерять здоровье. Я вар позаудать веселību. Если можно потерять девственность. Я вар позаудать невайнību. Если можно потерять помазание. Я вар позаудать свайдījumu. Если можно потерять совесть. Я вар позаудать сердцебзиню. И стыд, и срам. Кауну. Почему ты думаешь, что нельзя потерять спасение? Ka nevar pazaudēt до тех пор, пока дьявол ходит ilgi, по этой земле, и причем не просто zemi, по земле, а рядышком по zemi, с нами, bet blakus mums, шансы потерять iespējas pazaudēt, остается. Paliek.
Поэтому мы должны вникать в себя. Mums ir jāiedziļinās sevī. И в учение. Un mācībā. Заниматься с ним. Я нодробился ar to regulāri. Может быть, это символично. Varbūt tas ir simboliski. Сегодня первое воскресенье. Šodien ir pirmā svētdiena. И может быть, остается совсем немного времени. Un varbūt palic pavisam maz laika. До конца этого года. Līdz šī gada beigām. И мудрые люди говорят, научи нас так исчислять дни наши. Iemāc mums tā, izskaitļot savas dienas, чтобы нам приобрести сердце, lai mēs varētu iemantot gudru sirdi. Mudrie люди говорят, gudri cilvēki saka, я радуюсь слову твоему, es priecājos tavam vārdam, как получивший, kā saņēmis, великую прибыль, lielu ienākumu. Когда я получил откровение, tad, kad es saņēmu atklāsmi, земля и люди, zeme un cilvēki, о том, что у Бога завет с людьми, par to, ka Dievam ir derība ar cilvēkiem, и о том, что у Бога завет с землей, ka Dievam ir derība ar zemi, и люди должны понимать, un cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jābūt derībai ar savu zemi. Я с этим откровением. Es ar šo atklāsmi. Объехал десятки церквей. Abraucu desmitiem draudžu. Я чувствую себя. Un es jūtu sevi. Богатым. Par kā bagātu. Мудрым. Gudru. Авторитетным. Autoritīvu. И помазанным человеком. Svaidītu cilvēku. Не потому, что я лидер какой-то или фамилия. Tāpēc, ka esu līderis kaut kāds. Tas viss ir nieks. Свежее откровение. Svaiga atklāsme. Которую тебе дал Бог. Kuru tev ir iedevis Dievs. Они делают тебя. Tās dara tevi. Par personu. С большой буквы. Par cilvēku ar lielu burtu. Помните, как другой мудрый человек Atceries, сказал? Kā cits gudrs cilvēks teica, заповедью твоею ar taviem baušļiem, ты сделал меня tu darīji mani мудрее всех врагов. Gudrāku par visiem maniem ienaidniekiem. Заповедью твоею ar taviem baušļiem, ты сделал меня мудрее starcev. Tu darīji mani gudrāku par vecajiem. Братья и сестры, brāļi un māsas, довольно духовного фастфуда. Garīgās. Довольно духовной лени. Горига слинкума. Не позволяет дьяволу. Не отлил велнам. Покрыть этим религиозным жиром. Аршо религиозно толкнул. Наш интеллект. Мусу интеллект. И наше сердце. У мусу сирды. Раскапывая эти колодцы. Чиз акас. Из которых ты пил. Но курам то есть дэрис. Откуда была живая вода? Но куриенс плуд дивай суденс. Не соглашайся с тем, не прикрыти там, чтобы эти колодцы остались акас, засыпанным мусором. Айсбергс ар открытумем. Ведь ты же молился. Jo tu tak lūdzi. Так продолжай молиться. Tad arī turpini lūgt. Ведь ты же каялся. Tu tak nožēloji agrāk. Забыл уже, когда каялся. Jau kad pēdējo reizi. А ведь пора возвращаться. Bet ir laiks atgriezties pie tā. Ведь ты с Богом говорил. Jo tu ar Dievu runāji. И связь потеряна. Un sakari pazuduši. Если мобильные телефоны каждый сезон меняются. Mobilai telefoni katru sezonu. Потому что модель стареет, а потребности возрастают. А у нас модель, будка и две копейки. Пора модернизировать связь с Богом. Господи, верни нас. Верни нас во святилище. Пусть до конца года. Lai līdz gada beigām. Pusть хотя бы вот в это время. Lai kaut vai šī laikā. Дух Святой проведет какую-то ревизию внутри нас. Kādu reviziju mūsos. Можно претензии предъявлять кому угодно. Var pretenzijas izteikt vienalkam. И обвинять в своих неудачах. Un apvainot savās neveiksmēs. Все что угодно. Visu. Но никто тебе не помешает. Bet neviens tev nepatraucēs. Во-первых, позориться. Pirmām kārtām apkaunoties. И никто тебе не помешает. Neviens tev nepatraucēs. Stāt uspešnam cilvēkam. Kļūt par veiksmīgu cilvēku. Ты сам себе хозяин. Tu pats sev esi saimnieks. И ты сам себе кузнец. Tu твоего собственного. Esi savas laimes kalējs. Может быть, это режет слух. Varbūt tas griež ausis. Может, это не совсем приятно. Varbūt tas nav visai patīkami. Но это правда жизни. Bet tā ir dzīves patiesība. Все, что ты сегодня имеешь. Viss, kas tev šodien ir. Ты достоин этого. Tu esi cienīgs to. Ты сам это сделал. Tu esi pats to iegūjis. Это то, во что ты верил. Tas ir tas, kam tu ticēji. Это то, к чему ты стремился. Tas ir tas, pēc kā tu tiecies. Но есть протест. Bet ir protests. Может быть, и так. Varbūt arī tā. Как однажды. Мудрый человек тоже сказал. Kā viens gudrs cilvēks teica. Помощь. Palīdzība. Нуждается. Вернее, помощь приходит не к тем, кто в ней нуждается. Palīdzība nāk ne pie tiem, kuriem tā ir vajadzīga. А кто ее заслужил. Bet pie tiem, kuri to ir nopelnījuši. Много было прокаженных в Израиле. Daudz bija spitālīgu cilvēku Izrēlā. Я немного представляю. Из друсини стандос пришёл. За что Иисуса ненавидели? Парко Иезу ениида. Он говорил такую правду. Винч тейт стаду патесиибу, которую никто не говорил. Кур нерунае невинс. Он пришел в первую же проповедь. Винч отнацом пирмая святу. Много было прокаженных. Даус бы испитал его. В Израиле. Израила.
Но ни один из них не получил исцеление, дзиединашину, кроме иностранца, изнемот арземник, который случайно заехал вот в этот Израиль. Ибрал, много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан пророк Илия. И он говорит, и с тех пор мало что изменилось. В своих неудачах мы обвиняем то одних, то вторых, то третьих. Его выгнали. Сказали, так проповедовать нельзя. Ты должен ласкать слух. Ты должен нас утешать. А он говорит, нет, я пришел проповедовать правду Божью. Аминь. Давайте бросим вызов самим себе. Давайте сами себя вытащим из своего собственного болота. Потому что в нас, кроме проклятия, еще есть благословение. Духом умерщвляйте дела плотские. Бог сегодня хочет помочь каждому из нас. Нам иногда кажется, вот когда ты изменишься, мы даже излагаемся, так как ты изменишься, когда вот этот изменится, так как чис изменится, когда он тот изменится, так как та изменится, вот тогда я, так, эс, вот поменяюсь, так как изменится, в жизни никогда, дзиве никад, меняя окружение, ты не изменишься, потому что окружение большое, ты изменишь эту церковь, начнешь другую церковь, ты изменишь еще другую церковь, циту изменит, потом скажешь там еще некоторые, потом сам текст турвел даже здравствует, хватит вращать вокруг себя весь мир, весь пасаулы, успокойся, ну умеренес, покорись Господу, поклюешь там кунга, и Бог тебя изменит, он Диос тебе изменит, аминь, аминь. Давайте закроем глаза и немного помолимся. Скажи, Господи, испытай меня. Испытай меня, Боже. И зри, не на опасном ли я пути. И направь меня на путь вечный. Сегодня начало месяца. Сегодня начало. Шоден. Очередного сезона. Ir kārtējās sezonas sākums. Господи, я не хочу лукавить Kungs, перед собой. Negribu liekulis savā priekšā. Я не хочу es negribu прятать голову в песок. Slēpt galvu smiltīs. Я хочу знать тебя лично. Es gribu zināt tevi personīgi. Я хочу слышать твой голос. Es gribu dzirdēt tavu balsi. Я хочу идти путем, es который gribu ты определил для меня. Kur tu esi noteicis man. Яви славу Твою. Паради саву славу. Яви могущество Парад Твою. Паради саву. Мы нуждаемся в Тебе. То есть ваядзикс мус. Я прошу, проведи эту ревизию. Он излуд, вечу ревизию. Проведи, Господь, эту ревизию. Вечу ревизию, кунгс. Возврати нас к источникам. Акрес мус пе авоте. Нашей жизни. Мусу дзиве. Если чьи-то колодцы. Якада акас. Были засыпаны мусором. Тихе айсберг сер открытым. Драгоценный Дух Святой. Тад даргай святый сгар. Я прошу Тебя, раскопай эти колодцы. И пусть снова живая вода будет там бурлить. Тур. Возврати нас к молитвенной жизни. Возврати нас к Слову Твоему. Слово Твое есть истина, познавая которую мы становимся свободными. Я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, сделай церковь живым организмом. Всякая немощь, всякое обольщение и всякое заблуждение да будет удалено во имя Иисуса Христа. Мы хотим ходить во свете, подобно как ты ходишь во свете, потому что тот, кто ходит во свете, он не спотыкается. Тот, кто ходит во тьме, а он спотыкается. Но люди больше возлюбили тьму, потому что дела их были злы. Господь, проверь наши дела, и пусть они будут угодны Тебе, чтобы мы не стыдились этих дела, представить во свете, научи нас, мы дети света, мы не дети тьмы, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, кто мы, для чего мы и почему мы. Молитесь на языках, пусть Дух Святой глубже проникает. Пусть Дух Святой глубже говорит. Мермахин тулибра, суреба джанделая, брамена лингруна нигансу маханджелала, браманджа арманглес, сорбе лебре магро беджила,
Pamene gresto breci tola mengrosanda. Bandelo rassombra architoli bambaloria. Bramen alexo presto la bresacro becitalore ma condeler iam balorianda. Bremba al dovere gidalbori le regle scetola. Bambre se cento lebre ma guribedea. Остановитесь на путях ваших и расспросите, где путь добрый, где этот путь древний. Идите этим путем и найдете покой душам вашим. Иисус говорит: я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь. Я прошу тебя, драгоценный Дух Святой, восстанови наши добрые отношения с тобой. Имея глаза, мы хотим видеть славу твою. Имея уши, мы хотим слышать голос твой. Брамина лингру сопа айло боджибитулая. Аллилуйя, блассум брешетала. Я прошу во имя Иисуса, проведи, Господь, эту ревизию. И имя Твое пусть прославится. И имя Твое пусть возвеличится в нашей жизни. Мы хотим принести много плода для Царствия Твоего. Мы хотим порадовать Тебя своими достижениями и успехами, как добрые и верные рабы. Мы хотим на 5 талантов приобрести еще 5 талантов. Благословляем Твое святое великое имя. Преломи Слово Твое. И пусть оно принесет жизнь. Пусть оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Ты наш учитель, а мы твои ученики. И пусть наша церковь будет учебным заведением, духовным вузом, и сделай нас успешными студентами. Мы просим во имя Иисуса Христа. Амин. Тема проповеди. Когда Бог посещает нас. Есть такой этап. Ir tāds posms в нашей жизни, mūsu dzīvē, когда Бог так близок к нам, kad Dievs ir tik tuvs mums, Он рассказывает все, что мы должны делать. Stāsta mums visu, kas mums ir jādara. Рассказывает, кто мы. Stāsta, kas esam mēs. И потом, оставив нам свое задание, atstājot mums savu uzdevumu, Он куда-то дистанцируется. Kaut kur дистанцейс. В это время слабые люди кричат: Господь, ты куда? Клец, кунгс, ты а Господь говорит: у меня дел вот столько. Я скоро вернусь. И речь не идет о втором пришествии. Речь идет о сезонах. Так вот, tad, look, когда сезон начинается, tad, kad сезон sākās, Бог посещает нас. Dievs apmeklē mūs. И когда сезон заканчивается, un tad, kad сезон beidzās, наступает время посещения. Лайкс. Я молился и говорил: Господь, о чем проповедовать? Слуду, он просил, Диос, про кого он слуденат? И Господь дал мне это слово. Он так скунг съедал моншо варду. Я вам сказал: скажи народу моему. Он так саким она и таутай. Что в ближайшее время? Катувакая лайка. Будет время посещения. Бус апмеклеем лайкс. Индивидуальное. Индивидуалы. Он посетит тебя. Винч апмеклайс теви. Он посетит тебя. Винч апмеклайс теви. Он посетит меня. Винч апмеклайс маны. И что происходит? Он коснутый. Когда Бог. Кад Диос. Посещает. Апмеклай. Нас. Мус. Приходят великие перемены. Нак лилс пармайнс. Наша жизнь не останется прежней. Мусу дзиви не пылкс и прекшее. Самое главное. Пац галванайс. Чтобы эта встреча. Лай ши тикшинас. Это посещение. Šis apmeklējums. Не застало нас врасплох. Mūs nepārsteigt, nesagatavotus. Господин дал Kungs iedeva задание своим рабам. Uzdevumu saviem kalpiem. И удалился. Un aizgāja. Мудрые. Gudrie. Stājot на том месте. Stāv tanī vietā.
на котором Бог поставил. Kur Dievs viņus nolika. И раздают меру хлеба. Un izdala maizes. И невзирают. Un neskatoties. Что делает то? Ko dara tas? Кто чего делает? Ko dara šis? Иногда нас интересует гораздо больше, Dažreiz. Что делают люди, Mums interesē чем то, что делает Бог. Cilvēki, nekā tas, ko dara Dievs. Мудрые люди Gudri cilvēki. Знают, что им поручил Бог. Zina, ko Dievs viņiem ir uzticējis. И невзирая ни на какие обстоятельства. Un neskatoties ne uz kādiem обстоятельствам. Они стоят на том месте. Viņi stāv tajā vietā. Они раздают меру хлеба. Un izdala maizi. И ждут. Un gaida. Посещение. Apmeklējumu. Придет Господин. Nāks tas kungs. И он оценит меня. Un viņš novērtēs mani. Мою верность. Manu uzticību. Мою стабильность. Manu stabilitāti. И мою работу. Un manu darbu. И я рассчитываю на его награду. Rēķinos ar viņa apbalvojumu. Неразумные рабы. Они говорят, не скоро придет Господин. Viņi saka, nedrīz nāks tas kungs. У них пренебрежительное отношение к посещению. Ir nepareiza attiecība pret apmeklējumu. Эти люди, вот эти неразумные рабы, un šie nesaprātīgie kalpi, они начинают viņi sāk переступать все границы, pārkāpt visas robežas, хулиганить, sāk бить, пить, сист, дзерт, гулять, что хотят, стайгат, дарит, ко грит. Не скоро придет. Un saka, nedrīz tas kungs nāks. Но время посещения. Bet apmeklējuma laiks. Ты не от толкнешь. Tu to nevarēsi и atstum, ты не перенесешь. Un tu nevarēji viņu pārcelt. Я слышу внутри. Un es dzirdu iekšā. Время посещения. Apmeklējuma laiks. Приближается. Tuvojās. Подумай чуть-чуть. Padomā drusci. Бог посетит. Dievs apmeklēs. Бог что-то спросит. Dievs kaut ko pajautās. Бог о чем-то с тобой Dievs ar kaut ko. Par kaut ko ar tevim runās. Чем закончится эта встреча? Ar ko beigsies šī tikšanās? Вы помните? Jūs atcerieties? Это происходит хоть на высоких уровнях. Tas notiek vai nu augstos līmeņos. На царских уровнях. Ķēniņu līmeņos. И это происходит на простых уровнях. Tas arī notiek vienkāršos līmeņos. Вы помните, когда царь Валтасар? Jūs atcerieties, ka Baltazars ķēniņš? Возгордился. Viņš lepojās. Ходил по стенам своего чертога. Un staigāja pa sava mājokļa mūriem. Я великий. Un teica, es esmu varens. И не понимал. Un nesaprata. Что время посещения. Ka apmeklējuma laiks. Приближается. Tuvojās. Врасплох. Nesagatavotu. Это почти трагедия. Tā bija gandrīz traģēdija. Посещение Божие. Dieva apmeklējums. Врасплох. Nesagatavotu. Почти трагедия. Gandrīz трагедия. И когда они пили. Un tad, ka viņi dzēra. Гуляли. Līksmoja. Провозглашали тосты. Apliecināja tostus. В честь царя. Sauca par godu ķēniņam. Вдруг. Pēkšņi. Божье посещение. Dieva apmeklējums. Кисть руки. Roka. Пишет. Parādījās. Стенки. Raksta uz sienas. Какое-то послание с неба. Kaut kādu vēstījumu no debesīm. Перед тобой народы трепетали. Tavā priekšā tautas drebēja. И Бог дал тебе великое признание. Un Dievs tev lielu atzīšanu deva. Не оценил, не понял Балтазар. Nesaprata Baltazars. Не обратил внимания. Nepievērsa uzmanību. На всемогущего, в руке которого твое дыхание. Varenā roku, kurā ir tava elpa. Вознесся против Господа небес. Viņš sacēlās pret debesu Dievu. Вознесся. Не прославил Иегову. Ты осквернил священные сосуды. Я превращу богов твоих в бессмысленную груду. Я потерял к твоей персоне всякий интерес. Текел, текел, мене упарсин, умопомрачение. Текел, текел, мене упарсин, время посещения. Судный день. Смертельный удар, лицо, кремень. Ну что, Валтасар, новости дрянь. На пороге беда, ты перешел за грань. Царство отошло от тебя. И в ту же самую ночь. Да не поднакты. Валтасар. Балтазарс. Царь халдейский. Халдей Тенинч. Был убит. Ты кноголенат. Посещение. Apmeklējums. Pasišēņu rozeņu. Apmeklējumam ir atšķirība. Kto-to būdīt ubīt. Kāds tiks nogalināts. A kto-to. Bet kāds. Anstāņica šeit. Paliks dzīvs. Kto-to. Kāds. Palūšit vīlīku nakrātu. Saņems lielu apbalvojumu. Ne at ļudiei. Nezinu no cilvēkiem. At Boga. Bet no Dieva. A kto-to, Gospod, viergnīt. Bet kādu tas kungs iegaudīs. Vaķmu vniešņu. T
tumsā galējā. Ja būtu plač i skriešanas. Kur būs raudāšana un zobu griešana. Ja tu nikovo neapvinīši. Un tu nevienu nevarēsi apvainot. Každī za sebe. Katrs par sevi atbild. Gospod nebūs zviešavēt nas. Tas kungs nesvērs mūs. Horom. Visus korī. Un kopā. Būs zviešavēt nas. Viņš svērs mūs. Individuāli. Katru individuāli. Ty. Tu. Взвешен на весах. Esi nosvērts uz svariem. Не вы взвешены. Не jūs esat nosvērti. Ты. Bet tu esi nosvērts uz svariem. Es. Būtu взвешен на весах. Tiks nosvērts uz svariem. И какой будет результат? Un kāds būs rezultāts? Там результат был очень. Tur rezultāts bija ļoti. И найден очень легкий. Un atrasts tu esi ļoti viegls. Иногда твоя правда. Даже если тава таисная. Кажется, придает вес. Liekas tev, ka личность. Tā dod svaru tavai personībai. Есть Божья правда. Bet ir Dieva patiesība. Бог не игрок. Dievs nav spēlmans. Он судья. Viņš ir tiesnes. Вот в чем трагизм. Lūk, kur ir traģēdija. Удача и случайность. Veiksme un nejauša. Роли не играют. Loma nespēlēs. Жизнь не игра. Dzīve nav spēle. А игра не жизнь. Bet spēle nav dzīve. И горе тем. Un bēdas tiem. Кто их отождествляет. Kuri to īsteno. Я слышу внутри голос. Es dzirdu iekšā balsi. Время посещения. Laiks. Apmeklējuma laiks. Приближается. Tuvojās. Дай Бог, Dievs dod, чтобы мы были готовы. Lai mēs būtu gatavi. Готовы. Gatavi. Встречать его. Satikt viņu. Как в Библии написано. Kā Bībelē ir teikts. И дух, и невеста. Gars un līgava. Vzivājot. Sauc. Prīti. Nāc. Время посещения. Apmeklējuma laiks. Иногда Бог говорит устами людей. Даже из Dievs runā ar cilvēku lūpām. И тебя эти люди раздражают. Un tev kaitin šie cilvēki. Но однажды Бог заговорит с тобой лично. Dievs runās ar tevīm personīgi. Бог со мной разговаривает. Dievs ar manīm runās personīgi. Время посещения. Apmeklējuma laiks. И в это время Бог все поставит. Dievs на свои visu noliks savā vietā. Это будет торжество. Tā būs. Справедливость. Taisnības uzvara. Всякая ложь. Visi meli. Всякий обман и самообман. Un pašapmāns. Будет уничтожен. Tiks iznīcināts. Восторжествует. Līks mūs. Правда. Божь. Dieva patiesība. А для вас благоговеющий. Bet priekš jums, kas bīstās. Перед именем моим. Mana vārda priekšā. Zaidiot солнце. Uzliks taisnības saule. Гарантия. Гарантия для святых, прикш святым и верных людей. Он устицемем человеке. Закрой глаза сейчас. А извертеги цавасаци. И попроси Духа Святого. Он получ святым гаром. Чтобы он приготовил тебя. Согламичся готово теви. К этому времени посещи. Шим обмеклеем лайкам. Чтобы это было не трагедия. Летано у трагедии. Но чтобы это был праздник. Бит лайтир свят. Чтобы это было время воздаяния. Лайта сир атмаксис аталгуем лайкс. Кеман Мариас туреблашо цири глоба бахансу джебло баянда. Дух Святой. Святый Гар. Наш Дух трепещет мусу присутствие Твое. Батова кладбутная. Командера Махарбашо. Термена Ленгрес Шицу Дебрахая. Время посещения приближается. Апмеклеем лайкс тувояс. Его шаги уже слышны. Вене соле вердзирдами. Кеман моли резеджи дерьес. Господь, отрезви нас. Кумс, дари скайдрс мус. Я прошу во имя Иисуса Христа. Отрезви наши сердца. И пусть каждый человек осмыслит свою ответственность перед тобой. Если ты взвешиваешь нас, я прошу во имя Иисуса Христа, пусть у нас будет вес нашей святости, праведности и веры. О Господь, пусть наша вера будет испытанная огнем драгоценным. Как золото. Казал. Хиромон джиблейр ямба. Брамене лингрес сочитал, мареле ригрус сочитал яса. Бен аларесур бечитали берилу грушатал яса. Алам рамахе четер яса. Дух Святой, наведи порядок в нашем сознании. Наведи порядок в нашем сердце. Наведи порядок в нашем служении. Наведи порядок, Господь, в наших домах, чтобы Твое имя не посрамилось, но чтобы Твое имя было возвеличено и прославлено. Мы хотим, как добрые и верные рабы, встречать Тебя, как своего господина, ка саву кунгу, в руках которого
kura rokas, награда ir balva, и воздаяние, un atmaksa, kur mahi zinji librigi džilarijas. Пусть никто не уходит с того места, на которое ты поставил нас. А если даже кто-то ушел, я прошу, Господь, возврати своих рабов и своих служителей, чтобы они вернулись и стали на то место. Ремблещи, цереблещи, талабры, гибери, ямба. Ремблещи, чимблакотал, маридулей, бреба. Армахебадзу, джебло, туриба, джангла, турья, магая. Аллилуйя. Амин. Послание к евреям, 2 глава. Еврею вастл, утра нодаля. Здесь записано так. Жит ракстицта. 5 стих. Пиктая пантиня. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную. Не энгелю вара, винч отдевис на о которой пасау, говорим. Пар ко мес рунаем. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря. Бет када вета ган ир кац аплетнай сацидам. Что значит человек, что ты помнишь его? Кас ир цилвайс, ка ту пиемини вин. Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Вай цилвак дэлс, ка ту виня узлуку. Между Творцом. Старп радитай. И творением. Ун радиюму. Существует взаимосвязь. Экстивсе, эксисте сайте. Он помнит нас. Винч ацерас мус, и он посещает. Un viņš apmeklē mūs. И время посещения. Un apmeklējuma laiks. Определяем не мы. Tu nosaka nevis mēs. Время посещения. Apmeklējuma laiku. Определяет Бог. Nosaka Dievs. От нас требуется. Bet no mums prasās. Понимание. Sapratne. Нашей готовности. Mūsu gatavības izpratne. Вот почему написано. Lūk, kādēļ ir rakstīts. Bodrствуйте. Esiet nomodā. И молитесь. Un lūdziet. Чтобы день тот. Lai tanī dienā. Посещение. Apmeklējuma dienā. Не застал нас. Lai tas kungs. Врасплох. Nepārsteigtu mūsu, nesagatavotus. Что Бог приготовил. Ko Dievs ir sagatavojis. Для своих верных. Priekš saviem uzticīgajiem kalpiem. Для тех, кто благоговеет. Priekš tiem, kas И для тех, кто в служении. Un tie, kas ir kalpojumā. Смотрите, что происходит во время посещения. Katēties, kas notiek apmeklējuma laikā. Немного ты унизил его перед ангелами. Tu drusciņies pazemojis angeļu priekšā. Славою и честью увенчал его. Ar slavu un godu esi vainagojis viņu. И поставил его над делами рук твоих. Un nolīdz viņu par savu roku darbu. Все покорил. Visu pakļāvi. Под ноги его. Zem viņa kājām. Когда Бог посещает. Tad, kad Dievs apmeklē. Своих людей. Savus cilvēkus. Своих служителей. Savus kalpotājus. У него огромное желание. Viņam ir liela vēlēšanās. Не проклинать. Nevis nolādēt. Не уничтожать. Nevis iznīcināt. Славою. Bet ar slavu. И честью. Un godu. Pakrīt tebe. Apklāt tevi un mani. Dat власть и авторитет. Varu un autoritāti. И поставить нас. Un nolikt mūs. Над делами рук своих. Par savu roku darbu. Время посещения. Apmeklējuma laiks. Это время преображения. Tas ir pārvērtības laiks. И славы Божьей. Un Dieva slavas laiks. Это время приближается. Šis laiks tuvojās. Когда люди будут говорить, у тебя все закончено. Tad, kad cilvēki tev saka, tev viss ir beidzies. Когда люди будут говорить, все. Kad cilvēki teiks, viss. Game is over. Spēle beigusies. Все. Viss. Медным тазом накрылось. Viss ir apklājies ar vara bļodu, ko tu esi iesācis. Знаете, Господь позволит. Un ziniet, tas kungs atļaus. Всем твоим врагам. Visiem taviem ienaidniekiem. Сказать все, что они думают о тебе. Visu, ko viņi domā par tevi. И когда закончится. Un tad, kad beigsies. Интервью твоих соперников. Tavu pretnieku intervijas. Тогда Господь включит микрофон kungs номер один. Микрофон номер один. Amen. Amen. И потом он скажет, а теперь, он представляет, бе тагад, как помните Мардахей, а теперь Мардахей, и всех убить евреев, а для Мардахея эбрейс. Уже эта виселица Мардахеем была построена. Каратовас. И этот злобный Аман говорит, он все, вис, все, с вами вис, все покончено. Ар Это такая ситуация, когда ты спускаешься с горы и говоришь, ну все, 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 ситуация, все, ты, все закончено. И площадка в самой низшей точке, это трамплин, с которого Господь тебя поднимет Паша намного выше, чем твой старт. Кто-то меня слышит сегодня. Может быть, ты сейчас спускаешься стремительно. Ты не спускаешься на кладбище. Тебя ожидает божественный трамплин, с которого ты почувствуешь другой старт. Амен. Ввиду врагов Господь накроет трапезу. Амен. Амен.
Все, что Бог начал однажды. Visu, ko Dievs vienreiz iesāka. Все, что однажды Бог visu, начал. Ko Dievs vienreiz iesāka. Он не бросит на пол дороги. Viņš nepametīs pusceļā. Он это осуществит. Viņš to īstenos. И доведет до логического завершения. Он доведет до логического конца. А на этой виселице вздернут того, кто эту виселицу строил. Kas uzcēl šīs karātuves. А злобный Аман, bet ļaunais Amans, ему Господь даст такую роль, viņam tas kungs dos tādu он lomu, будет бежать перед колесницей viņš skries ratu своего priekšā, лютого врага, savam ļaunajam ienaidniekam, и Мардахей будет стоять на колеснице, un Мардахей stāvēs ratos, как император, kā imperators, время которого все закончилось, его время только viņa началось, laiks tikai sākās, и Аман будет бежать, un Amans skries, и кричать, вот, un klieks, lūk, как Бог хочет kā чтить Dievs grib godāt тех, кто чтит его, tos, kas godāt да виню время посещения обмыклаем лайк приближается твоя и Бог все поставит висну, на свои места вас ветас Бог определит Dios кому висеть на этой виселице а кому ехать bet на королевской колеснице ratos, это не люди разбирают cilvēki, мало ли что тебе клеют mazums, сегодня пелы, и мало ли что тебе сегодня mazums, прогнозируют прогнозе, все будет так vizbusta, как ты сказал teici, и мы получим все visu, что ты нам обещал tu mums esi solījis. У Бога не останется бессильным. Dievam nepaliks bezspēcīgs. Никакое слово. Neviens vārds. Если он сказал, прославлю. Ja viņš teica, pagodināšu. Прославит. Tad viņš pagodinās. Если он сказал, славу и честью. Ja viņš teica, ar slavu un godu. Увенчаю. Es vainagošu. Он это сделает. Viņš to arī izdarīs. И твой праздник. Un tavi svētki будет на твоей улице. Tie būs uz tavas ielas. Tikai, сколько можно ждать? Cik var gaidīt? Сколько можно ждать? Cik var gaidīt? Сколько нужно? Tik, cik vajaga? Столько и будем ждать. Tik arī mēs gaidīsim. Amen. Amen. Время посещения приближается. Apmeklējuma laiks tuvojas. Он разберется и с твоими друзьями. Viņš tik skaidrībā gan ar taviem draugiem. Он разберется и с твоими врагами. Skaidrībā ar taviem ienaidniekiem. И все, что он тебе когда-либо un говорил. Un visko viņš tev kādreiz ir teicis. Господь это осуществит. Tas kungs to īstenos. Небо и земля пройдут. Debesis un zeme pazudīs. Но слова мои. Bet mani vārdi. Никогда. Nekad. Не пройдут. Не pazudīs. Сражайся с этими пророчествами. Cīnies par šiem pravietojumiem. Как добрый воин. Ar tiem. Kā labais karavīrs. Кто такие люди? Kas ir cilvēki? Перед которым ты хочешь бегать? Kuru priekšā tu gribi skraidīt? Сегодня они тебя хвалят. Šodien viņi tevi slavē. А завтра они тебя растопчут. Bet rīt viņi tevi samīdīs. И только один. Un tikai viens. Который никогда. Kurš nekad. Не изменит тебя. Neizmainīs tev. Это Иисус Христос. Tas ir Jēzus Kristus. Ходи перед Богом. Staigā Dievu priekšā. Как Бог сказал Аврааму. Kā Dievs teica Abrahamam. Ходи перед там. Стайга мана прекша. Будь непорочный. Эс невайникс. Награда твоя. Таус тава балва. Велика. Ир лиела. Амен. Амен. Время посещения. Апмеклеема. Приближается. Лайкс тувоес. Давайте откроем сейчас еще одно место. Un tagad atvērsim vēl vienu rakstu vietu. Что происходит? Kas notiek? Во время посещения. Апмеклеема лайка. Луки 1. Лукас 1. 77-79. Луки. Лукас, Евангелис. 1. Пирма нодаля. 77. И 1-76 и дальше. 1-76 он талак. И ты младенец. Он теви бернин. Наречешься пророком Всевышнего. Саукс парвис аукстака правиеты. Ибо предидешь перед лицом Йо Господа. Если та кунга прекша. Приготовить пути сатайсит виням целюс. Дать уразуметь народу Дот его ляудым пестишинас адзиню. Спасение в прощении грехов. Узграек педошин. По благоуторному милосердию Бога нашего. Мусу дейн сирснига жалстības дейн. Которым посетил нас ar восток свыше. Ко ауseklis no augšienes mūs apuzlūkojas. Речь идет о посещении. Runa iet par apmeklējumu. Существует исторический период. Eksistē vēsturiskas laiks. Подчеркните это слово. Pasvitroju šo vārdu. Посетил нас. Apmeklēja mūs. Восток свыше. No augšas. Не европейский запад. Nevis Eiropas. А восток rietumi. Свыше.
Bet austrumi no augšējās. И вот это время посещения. Un šis apmeklējuma laiks. Оно приближает. Tas tuvojās. И посмотрите, что происходит. Un paskatieties, kas notiek. Когда происходит божественное посещение. Kad notiek dievišķais apmeklējums. Когда посещает нас восток свыше. Kad apmeklēja mūs ausiklis no augšējās. Для чего это происходит? Kamdēļ tas notiek? Просветить сидящих во тьме и тени смертной и направить ноги наши на пути мира. Lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu. Там есть много разных моментов. Я Tur хочу ir daudz visādīgu mirkļu. Всего лишь три пункта подчеркнуть. Es gribu tikai pasvīt tur trīs punktus. Что происходит? Kas notiek? Когда посещает нас. Kad apmeklē mūs. Восток свыше. Ausiklis no augšienas. Первое. Pirmais. Это просвещение. Tas ir apgaismība. Подчеркните. Pasvītrojiet to. Люди, которые во тьме. Cilvēki, kuri ir tumsā. Люди, которые... Cilvēki. В обольщении. Kuri ir malos. Pašanas reformācija. Это реформация общественного сознания. Tā ir sabiedriskās apziņas reformācija. Это реформация мышления церковных лидеров. Tā ir draudžu līderu domāšanas когда reformācija. Когда Бог посещает нас, Tas, мы начинаем apmeklē. Мыслить иначе. Mūs, mēs sākam domāt savādāk. Бог преображает наше мышление. Pārvērš mūsu domāšanu. И мы начинаем мыслить категориями Царства Un Божьего. Mēs sākam domāt ar divu valstības kategorijām. Просвещение кончится. Karš beidzās. Потому что Бог Tāpēc, ka Dievs поведет нас, vedīs mūs, направит нас, virzīs mūs на пути мира. Pa miera ceļiem. Сегодня церкви грызут друг друга. Šodien draudzes grauž viena otru. Сегодня лидеры. Šodien внутри лидеры. Церкви грызут Draudzē grauž viens otru. Сегодня страны. Šodien valstis. Грызут друг друга. Grauž cita citu. Но. Bet. Посещение. Apmeklējums. Божье. Dieva apmeklējums. Приближается. Tuvojās. До тех пор, пока мы... Пор, пока Савл был во тьме, камер Саулс отрадас тумса, он в лице Иисуса видел самого лютого врага. Вашу ляунаку енайднеку. Он убивал. Винч слабковое. Время посещения. Апмеклаем лайкс. Что делает? Кодера. Бог. Диус. Просвещает. Апгайсмо. Как пелена с глаз. Каплывурс, но ацим. Падает. Крит. И враги. Он енайднеки. Становятся. Клюст. Друзья, par draugiem. Просвещенный ум. Apgaismots prāts. Поставит все. Noliks visu. На свои места. Savās vietās. Просвещение. Apgaismība. Приведет тебя. Vedīs tevi. На пути uz мира. Miera ceļiem. Мы перекуем орала. Mēs pārkalsim. Мечи. Zobenus sirpjos. Это нелепая гражданская война. Šīs pilsoņu karš nevajadzīgies. Ģimenēs. В церква. Draudzēs. Между странами. Starp valstīm. Закончится. Beigsies. Бог хочет. Dievs grib. Чтобы слава была вышних Богу. Lai slava būtu Dievam atdod. Чтобы на земле был. Lai uz zemes. Мир. Būtu miers. И в человеках. Un cilvēkiem. Благоволение. Labs prāts. Время. Laiks. Apmeklējuma laiks. Он изменит нашу мышление. Tas mainīs mūsu domāšanu. Просвещение. Apgaismība. И пути мира. Un miera ceļi. И еще одно место. Un vēl viena rakstu vieta. Это Руфь, откройте, пожалуйста. Руфь, грамоту, отверет лūdzu. В тот момент, когда Бог посещает. Tanī mirklī, kad Dievs apmeklē. Еще одно слово. Vēl viens. Оно почти земное такое, но оно необходимое. Tas gandrīz ir kā zemes, nu, bet tas ir nepieciešams. Руфь, первая глава. Pirmā nodaļa. Шестой стих. Sastais pantiņš. И встала она со снохами своими. Ну, виньку парцам ведеклам целас. И пошла обратно с полей Моавицких. Посас отгрестись апокаль нома об земес. Ибо услышала. Ё виньи бидзирдеюсь. На полях Моавицких. Моабу лаукос. Что Бог. Катас кунгс. Посетил. Эсот народ свой. Узлок из саву тауту. И дал им хлеб. Ун девис тамой майзы. Я хочу вот совместить этих два стиха. Из грибу савиноши из дюс пантинюс. И выделить этих три пункта. Он издал еще с три пункта. Когда Бог Tad, kad Dievs посещает apmeklē свой народ, savu tautu, первое, pirmais, он дает хлеб, viņš dod maizi, второе, он просвещает, viņš apgaismo, и третье, un trešais, он направляет, viņš virza на пути по мира целиям.
Я хочу, чтобы мы это услышали. Es gribu, lai mēs to sadzirdam. Меня это греет уже несколько дней. Man tas silda jau vairākas dienas. Как много поменяется. Cik daudz mainīsies. Первое, что делает Бог. Pirmais, ko dara Dievs. Он тебя накормит. Viņš tevi pabaros. Он даст тебе хлеб. Viņš dos tev maizi. Он решит все твои социальные вопросы. Viņš atrisinās visus tavus sociālos jautājumus. Вы помните? Atcerieties. Когда Давид пришел к власти. Когда Давид отнёс пиварас. И говорит, кого бы еще благословить? Он teica, куру вел ман светит. Из дома Саулова. Но Саула нама. Кого бы еще благословить? Куру ман вел светит. Ради Ионафана, которого я люблю. Дель, куру эс милею. И сказали, что там есть Мемфисфей. Он teica, который Мемфисфейс. Он такой. Viņš ir tāds kroplis. Живёт в Лавидаре. Dzīvo. Ладеваре. Ладеваре. Какое-то село там. Kaut kādā ciemā. И представляете, сидит он там. Un stādīties priekšā, sēž viņš tur. Калека. Kroplis. Который не может ходить. Kurš nevar staigāt. Из оппозиционной партии. No opozīcijas partijas. В каком-то селе. Kaut kādā ciemā. Но Бог запланировал. Bet Dievs bija ieplānojis. Время. Посещение. Apmeklējam laiks. И что происходит в момент посещения? Un kas notiek apmeklējam brīdī? Ради милости. Жалстības dēļ. Не по твоим даже заслугам. Не по таviem nopelniem pat. Давид присылает. Давид сута. Свою свиту. Savu svītu stūri. Кадиллак останавливается. Кадиллакс apstājas. Возле этого несчастного дома. Pie šīs nelaimīgā mājas. Что там было? Es nezinu, kas tur bija. И говорят. Un saka. Этот здесь находится. Vai šeit viņš atrodas? Человек. Cilvēks. Конечно, Protams, здесь. Šeit. Его приглашают. Viņu uzaicina. Он вот так выходит. Viņš iznāk knapi. Куда? Kurp? В царский дворец. Uz ķēniņa pili. Что? Ko? Время посещения. Apmeklējam laiks. И Давид. Un Dāvids. Встречает его в царском Sagaid дворце. Sagaid viņu ķēniņa pili. Bet ради. Un saka. Ионафана. Ионатана дэль. Меня защищал. Kurš mani aizsargāja. Я сажу тебя за es мой стол. Es sēdinu tevi pie sava galda. Когда посещает Бог. Tad, kad Dievs apmeklē. Он дает хлеб. Viņš dod maizi. Sādīt za stol. Apsēdinu pie galda. Второе. Otrs. Он просвещает. Viņš apgaismo. Он говорит, какой у тебя статус теперь. Viņš saka, kāds tev status tagad. Ты не раб. Tu neesi vergs. Tu neesi izdzītais. Ты не брошенный. Tu neesi pamestais dēls. Ты теперь. Tu tagad esi ķēniņa ģimenes daļa. И начинается un sākās мир. Mirs. Мы вчера с домом Саула сражались. Mēs vakar cīnējāmies ar Saula namu. А сегодня šodien мы mēs заключаем noslēdzam мирный договор. Мир līgumu. Господи. Kungs. Как много изменится. Cik daudz mainīsies. Когда Бог нас посетит. Tad, kad Dievs mūs apmeklēs. Запомните три вещи. Atcerieties trīs lietas. Когда Бог посетяет народ, Tad, kad Dievs хлеб apmeklē tautu, viņš saka maize. Он меняет твой статус. Viņš maina tavu statusu. Просвещает. Apgaismo tev. И направляет тебя. Un virza tevi. На пути мира. Uz miera ceļiem. Я сокращаю времени. Es saīsinot. Все-таки последнюю иллюстрацию хочу прочитать. Tomēr gribu izlasīt pēdējo ilustrāciju. И после этого мы будем молиться. Un pēc tam mēs lūksim. Это третье царство. Tā ir pirmā ķēniņa. 19. Глава. 19. Nodaļa. И пересказал Ахав. Un pārstāstīja. И Изабели все, что сделал Илия. Изабелē visu, ko Elija bija darījis. И послала Изавель. Un sūtīja Izabeli Elijam ziņu, sacīdama. Все, что пусть то и то сделает Бог. Lai man dara Dievs kā līdzīgi līdz šim. Если голова этого пророка останется на его плечах. Ja šī pravieša galva paliks uz pleciem. Самое интересное, что перед тем, как тебя посетит Бог. Pirms tam, kad tevi apmeklēs Dievs. Тебя обязательно какая-нибудь Изабель посетит. Tev notiek kāda Izabela apmeklēs. И ты будешь говорить, вау, у меня все кончилось. Un tu teiksi, вау, man viss ir cauri. Как этот пророк Илия. Kā šis pravieš Elija. А Изабель не шутила. Ведь Изабель не окоя. Она говорит, я тебе голову сниму, teica, как ты снял. Голову с плече, моих пророков. Jo tu noņem maniem praviešiem galvas no plečiem. И что там происходит? Un kas tur notiek? Там происходят страшные вещи. Tur notiek briesmīgas lietas. Увидев это, ieraudzot to, он встал, viņš cēlās, и пошел, чтобы спасти жизнь свою, un gāja, lai glābtu savu dzīvību, и пришел в Версавию, un nonāca Beršēbā, а сам отошел в пустыню, kas atradās tuksnesī,
и просил смерти себе. Un viņš prasīja nāvi sev. И сказал: "Довольно уже, Господи. Un teica, pietiek, kungs, возьми душу мою. Ņem manu dvēseli. Ибо я не лучше отцов твоих. Jo es neesmu labāks nekā mani tēvi. Прежде чем придет Pirms, Бог нагс Dievs, в своей славе, savā godībā, дьявол попытается centīsies, не допустить тебя до этой славы и устроить тебе такие теракты, после которых тебе жить уже не захочется. И, может быть, кто-то сегодня šodien, в такой же пустыне ir tādā pat tuknesī, и говорит: все, все, no, хватит, vis, про церковь pietiek, молчи, draudzi, klusē, про служение молчи, pietiek, про новое klusē, поколение замолчи, слышать не хочу. И чем больше истерика, тем ближе божественное посещение, которое преобразит тебя и сменит твое состояние и поднимет тебя на пути мира. Кто-нибудь меня слышит? Халлелуйя! Мало ли, кто посещает меня, живущих на земле, мою судьбу определяет восток свыше. Мою судьбу, manu likteni, моей судьбой распоряжаются manu likteni, не те, tie, кто на земле, kur ir uz zemes. Моей судьбой распоряжаются manu likteni те, vada, tie, кто на небе, kas ir debesīs. И Бог сидит un Dievs sēž на небе и смотрит, debesīs un skatās. И бедный пророк un domāju, nabag pravēc, вчера огонь vakar, сводил uguni no debesīm, на горе Кармел, nones Karmela kalnā, а сегодня под кустами лежит zem krūmiem guļ и плачет un rauda. Все, viss. Жить не хочу. Дзивот не гребу. Господь, ну самоубийство грех. Ну пашна вейбер грекс. Убей меня ты. Ноголень тука от мани. Ну забери душу. Ну пани мон двесели. А Господь говорит: Бетес кунг сега. Слишком рано. Пара агривел. Рано умирать. Агривел мирт. Не время. No likes. Что происходит? Кас ноти. Когда kad нас посещает Бог. Апмеклея Диос. Почитайте, это классика. Я просто восхищаюсь. Он дает хлеб. Винч едет майзи. Второе, он просвещает. Винч обгайзмо. Он говорит, кто ты? Винч пасак ты у какой твой статус? Кац ир тау статус? И третье, он направляет на пути мира. Винч вирза уз мира целия. Все три Виси пункта. Виси три пункты. Здесь. Шейт. Исполнить, давайте прочитаем. Или измонтвоты. Излосисим. И вот лежит этот пророк в пустыне. Шис правец тухнеси. Просит смерти. Лудз нави. Господь смотрит. Тас кунгс скатас. Ну все. Ну вис. Ты все сказал? Ту вису истейце. Все. Вису. Я уже почти труп. Эс гандрит весму лийчис. Давай, Господь. Ну, кунгс. Праздник труп. Лийчис. Потому что я почти труп. Тапец ка эсму гандрит лийчис. И лег, и заснул. Апгулас ун айзмига. Под можжевеловым кустом. Зем эрекшче крума. Представляете, какая картина. Станется прыша, когда айна бей. Вы когда-нибудь видели таких разбушевавшихся детей? Когда строкуешь из бернус. Которые там вершили судьбы. Куритур ликтенюс вырезали. Я потом где-то на диване вот так вот. Пец там конкур дивана. И ты подходишь, как он отец. Он тупее певеня. И он сопит там. Он меньше шняц. Заявлял о правде. Как Грунает надо жить, как мир меняет. Дзивот, как и сидит еще во сне, и пукает еще. Он цейш, он сапный, но это великий реформатор и вершитель судеб. Лилайс реформатор. Вот Господь смотрит на него, и тот верзитайс. Он кунг скатас узвеню. И он говорит: ангелу, время энгелим, посещение ир пенац, наступило. Апмеклеем лайкс. Когда тебя Бог будет посещать? Когда ты в Диос апмеклеис? Когда ты бежишь от этих отчаянных так, обстоятельств, ты, бейц, ты иногда обстаклием. Вносишь некоторые коррективы. Он даже зенит, даже коррекции. Тебя Бог посетит в тот, Dios, в тех условиях, когда tevi, никто из людей ему не будет мешать. Когда невинс но цилвакем винем не траутсяйс. Когда очереди к тебе не будет. Тот, когда риндас петаем не будет. Когда конференции больших не будет. Тот, когда лил конференции не будет. Когда толпы не будет. Тот, когда пуля не будет. Место встречи. Ты еще нас нельзя. Майнить не дрейс. Это вон та пустыня. Та сыр, та стукс. И что делает Господь в первую очередь? Он кодер это скунгс пермам кар. Я не знаю, я просто, вот по-человечески. Если не кажешь, целовать, скоты ума. Смотрите. Скоты это. И вот ангел. Он лук ангелс. Коснулся его. Песка раз в нем. И сказал ему. Он соци в нем. Встань. Целес. Покушай. Он эд. Я вообще. Мое сердце прямо тает. Мое сердце. Какой Господь человечный. Кунгс ир цилвейцискс. И взглянул Илья. Un Elijas skatījās. И вот у изголовья его. Un pie viņa galvas. Печеная лепешка. Ir izceps rausis. И кувшин воды. Un ūdens. Он поел. Viņš paēda. И напился. Padzērās.
И опять заснул. Он atkal aizmiga. Когда Господь, kad tas kungs посещает народ, apmeklēs tautu, он дает хлеб, dod maizi. Когда Господь тебя посетит, tad, kad tas kungs apmeklēs tevi, он не будет от тебя великих вещей требовать. Viņš neprasīs no tevi liels lietas. Он знает, что такое нервный срыв. Viņš zina, kas ir nervu sabrukums. Он знает, что такое критические обстоятельства. Viņš zina, kas ir kritiskie apstākļi. Он знает, что такое изношенная нервная система. Viņš zina, kas ir iznēsāt nervu sistēmu izdevums. Un tie pakorņi. Un viņš tevi pabros. Kā dobrai atiet. Kā labais tēvs. Во-первых. Pirmām kārtām. Он дает хлеб. Viņš dod maizi. Vначале душевное. No sākuma dvēseliskais. Илья проснулся. Он Элли отмудался. Он, мне кажется, настолько был в шоке, что он даже не задался вопросом, откуда лепешка слетела. Откуда здесь? Печеные лепешки. Причем еще горячие, наверное, было. И откуда здесь вода вообще? Он встал, думал, что это ему снится. Он пецелался, думая, что ему радость, сапнес. Поел. Поеда. Это первое. Это была первая карта. Не надо духа манить. Не вай. Бог посетит. И мы там взлетим. И мы с рублей досим. Он тебя накормит, потому что голодные пробуждения не сделают. Поброс его и салкушие атмод не успеет. Амин. Господь хочет накормить. Тас кунгс говорит поборот. И услышала Наимин, что Господь посетил народ свой и дал хлеб. Он дэвис те майзы. А Изавель думает, ну вот еще там посидит он пару недель. И голода помрет. No мы от голода не помрем. Mēs no bada nenomirsim. Если уж помрем, то только не от голода. Mirsim, tad tikai ne no bada. Первое. Pirmais. Дает хлеб. Dod maizi. Он взял лепешку. Viņš paņēma plāceni. Съел ее. Эдит. Опять заснул. Un atkal aizmiga. Господь не говорит, эй, ты че, засоня? Эй, ту ко? Он даст тебе отдохнуть. Viņš atļaus tev atpūsties. И накормит тебя. Gan pabaros tevi. И возвратился ангел Господень во второй раз. Отнац пе виню отру рейзи. Коснулся его. Пескарас виням. И говорит, встань и покушай. Целис он эйд. Но знай, это недолго будет. Зина, бет не илги тас будет. Ибо Йо. Дальняя дорога перед тобою. Тевер гарс цельш прекша. Первое, он дает хлеб. Винч дод майзи. Второе. Отрс. Он просвещает. Винч абгайс мой. Он говорит, кто винч ты и что ты должен делать. Он гастел бус яда. Я что тебя... Зря кормлю, что kas ли? Kas es pavelti tevi baroju, vai? Я только в Советском Союзе говорили, в дороге кормить никто тебе не обещал. Savienībā teica, ka ceļā mēs nesolī tevi baro. А Господь в дороге кормит. Bet tas kungs pa ceļam baro. Второе, что начинается, он говорит, otrais, ko sākās, я тебе хочу объяснить, gribu tev izskaidrot, что твоя песенка не спета, ka tava dziesma не nav nodziedāta. Tev ir laiks возвращаться назад. Atpakaļ. Дальняя дорога предстоит. Garš ceļš stāv tavā priekšā. Первое, что делает Бог? Pirmais, ko dara? Хлеб. Maize. Второе. Otrs. Просветить. Apgaismot. Очи нашего сердца. Mūsu sirds. Чтобы acis, мы узнали, lai кто mēs мы. Uzināt, kas esam и он mēs. Говорит, ты должен вернуться un, назад. Saka, tev ir jāatgriežas atpakaļ. И дальше. Un tālāk. Трогательный момент. Aizkustinošs mirklis. Что в данном случае? Kas dotajā gadījumā? Обозначено как пути мира. Ir apzīmēt kā miera ceļi. 15. Un 15. Pantiņš. И сказал ему Господь. Un tas kungs viņam sacīja. Pajdi обратно. Atgriezies pa savu ceļu atpakaļ. Svojai dorogai. Через пустыню в Дамаск. Caur tūkstnesi uz Damasku. И когда придешь. Un kad aiziesi. То помаш Азаила в царя над Сирией. Хазаэлу пар тейниню. Пар... Это Сирия, вот как сегодня Сирию. В центре новостей, так она всегда была kā в центре Сирии новостей. Шудин, явному зиня, виду. Это было враждебное государство по отношению к Израилю. Там и найдига. Валас, а ты пред Израиль, бы в лице пророка правеша, Ильи Элиас правеш вайга. Он помазывает свайда. Царя над Сирией. Тейниню пар Сирию. И дальше он что говорит? Un tālāk viņš saka. А Иуя, сына Намесиина, помаш в цари, нимшу дал Ехую свайди над Израилем. Пар тейниню пар Израилу. И если один и тот же Бог un ja viens un tas pats Dievs помазывает свайда царя над Сирией, тейниню пар Сирию, а в помазании есть стратегия, откровение, стратегия, политические atklāsme, проекты, политические проекты. И тот же пророк un tas pats pravietis помазывает свайда царя над Израилем, тейниню пар Израилу. Это пути мира. Мира цели. Бог помазывает одним свайда. И тем же помазанием не для свайда. Войны. Не из прекш кара. Он помазывает Viņš этих царей šos тейниньюс для того, чтобы война там дель лай карш закончилась. Бейктус.
Господи, помоги нам это Kungs, услышать. Palīdz mums to. Давайте закроем Izpras. Глаза. Aizversim acis. Время посещения приближается. Apmeklējuma laiks tuvojās. Keman blore besaču telebri mahanda. Драгоценный Дух Святой, Dargais Svētais Gars, благодарю Тебя за Слово Твое. Pateicos Tev par vārdu Tavu. Kirma hazumba zhonzira klasa tatolar maketa. Pramaha zanjumenturim la saju negrubaya. Соедините ваши руки, может быть, кто-то в пустыне. Может быть, кто-то сегодня под можжевеловым кустом. Может быть, кому-то Изабель уже провозгласила смертный приговор. Может быть, кому-то нужна помощь. Молись сейчас за ближнего своего. Кармагаба соджемет ольямба. Гарманеле грасабр штет олебра маджулерия. Blamakorebea, glomanje mandole lembre son Valeria, Carmena lembre semanole lembre Soria, Guremenele las tule lembresa, Camerari anjum blestelea. О, гряди, Господь, я живу от долина костей. Гряди, Господь. Мы ждем к Тебе наши взоры. О, гряди, Господь, собрать последнюю жатву с полей. Долины наполнятся, да понизятся горы. Камена лемаросоу. Взывай Господу, Его время посещения приближается. Курамене леша малале. Korame shina lemreshe, kurame nele sumreshta lele negresol, galamen mesum delabo, orma khazacha lebrasa chotolele, arma kibalore samreshte dole, arame nele kambalore blesherelia, arma nele krame nele grossanchele, korama heramo chelele. Barmandolia, Barmandolia rossa città le brescere, Aramane le bressole le brescere, Armagabastoba, Halebo, Haloba, Letso, Gibroli, Ambrolo. Alleluia, Rama, Jegel, Marileri, Ambagonda. Давайте вместе скажем. Вот это копа текси. Скажи, Отец. Я благодарю Тебя за это пророческое слово. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть даты, за то, что у Тебя есть сроки Твоего посещения. Я жду, когда Ты посетишь меня. И я хочу быть готовым для этого. Я прошу Тебя, Дух Святой, открой мои глаза, открой мои уши, открой мое сердце, чтобы я слышал голос Твой, чтобы я слышал шаги Твои, чтобы я не проспал и чтобы я не продешевил эту важную встречу. Я хочу видеть Твой хлеб. Я хочу видеть славу Твою. Преображай мое мышление. И пусть война в моей жизни закончится. Война с самим собой, с моими ближними. Во имя Иисуса просвещай мой разум и направляй меня на пути мира. Я хочу видеть Царство Твое, приходящее в силе. Теперь встанем, поднимем руки и поклоняйся Ему. Пусть Дух Святой готовит нас. Господь придет, и все встанет на свои места. Гряди, Господь, и оживет долина костей. Гряди, Господь. Мы ждем. К Тебе наши взоры. Гряди собрать последнюю жатву с полей. Долины наполнятся и да понизятся горы. Мы любим Тебя. Кирмене, не надо ее петь. Не надо петь.
на языках поем, Бели Риза Джигла Малиамба. Возвышай свой голос в молитве. Киламагей Рамаки Монерей. Куламанилери Сурами. Куманила Сурами на Лореве. Kuramanilen chunda, kaminale mamro sumane ramaya, kira men yalore blosila, kimana, kimana, inale masu. Che la vera brossila voleva lei, che la mena le brassa voleva l'oria, Kurama, 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 che la mane le barso vale le bre. Kila reci blanco le libri gizeli Kala meni amblan se gire re 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 Gala mena le mani la manjum le ne re 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 Gala mena li amblan son di vede di Kala mani la libri saci bleghe di le libri gi Kala libri saci grebo le libri scienze di le Gemahemba ormaheba tidaleris Dormaheba jigitolele bahaza chitala. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Драгоценный Дух Святой, поставь нас на пути мира. Просвещай наше мышление. Пленяй наше помышление. В послушание Христу. Ты насыщаешь голодных. Мы поклоняемся Тебе за Твое посещение. Керамахан Чулепа. Возьми свою жертву сейчас. Бендала ля мос, чим чеблаку, ты на Бога сатай. Жертва останавливает проклятие. Жертва останавливает смерть. Жертва останавливает ангела-губителя. Бамбело лос, турбе джубари глотто, цу цюпатале не бегетерис. Turmeni regresa citeria sata. Balmaha baza cibedere bogoce citeris. Смерть не ходит путями жертвы. Навы не стайга по упору целия. Смерть ходит путями жизни, чтобы уничтожать. Когда в Египте израильский народ выходил, Господь сказал, чтобы кровью пасхального агнца помазали косики. И ангел-губитель шел мимо. Нечего делать там, где смерть уже была. Поэтому ангел-губитель входил в тот дом, на ту территорию, где еще не было смерти, чтобы принести ее. Кровь пасхального агнца – это жертва Иисуса Христа. Подними сейчас свою жертву и вместе со мной помолись. Сколько уже этот ангел-губитель причинил зла. Пришло время послать его мимо. Жертва закрывает твое здание, твое жилище для ангела-губителя. Жертва
закрывает твоих детей, твое семейство, твое служение от ангела-губителя. Подними руки и скажи: Отец, я приношу эту жертву, чтобы кровь пасхального агнца была на косяках моего жилища. Я поклоняюсь Тебе. Я люблю Тебя. Я превозношу Твое святое имя. И пусть все губители походят мимо. Прими, Господь, эту жертву. И пусть она будет благоугодна Тебе. Время посещения пусть принесет благословение. Время посещения пусть принесет хлеб, просвещение и пути мира. Я люблю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Я превозношу Твое святое великое имя. И прошу, прими эту жертву во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, пустите ведра по залу. А вы находитесь в этом же молитвенном состоянии. Apmeklējuma laikam. Kungs, tu redz šīs dzīves, kas ir uz altāra. Kungs, tev pateicos, ka tavs apmeklējums nāk un maina mūsu statusu Jēzus vārdā. Es tev pateicos, debes un zemes Dievs, ka mūsu prāti tiek apgaismoti un mūsu ceļi tiek virzīti pa miera ceļiem. Slava tev, gods un pateicība. Kungs, tu redzi katru cilvēku, kas ir rakstījis šo vajadzību, kas ir nācis uz tavu namu, lai meklētu tavu vaigu. Kungs, kas alkst un sauc pēc palīdzības uz tevi, Tēvs.
Mēs visi kā viens vesels iestājamies par katru cilvēku, kam ir kāda vajadzība šeit, šīnī namā. Tava vaiga priekšā, kungs. Salamans, kad pienes upurus un teica, kungs, un uzceļo tev namu, un kad viņš teica, ja kāds atnāk tavā namā, un lūdz bez palīdzības, kungs, atbildi viņiem. Mēs lūdzam tev, Tēvs, lai atbildes tavas tautas dzīvē nāk Jēzus Kristus vārdā. Mēs pateicamies un pielūdzam tikai tevi. Nav mums citu dievu. Nav mums citu dievu, kā tikai tu. Visu godu un visu slavu mēs atdodam tikai tev. Pielūdzam tevi, godājam un slavējam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Садитесь.